Привет! Сегодня расскажу про двухосный лодочный прицеп марки МЗСА 8177-3G.021. Двухосный прицеп используется для перевозки лодок, катеров, габаритных длина 5-5,5 метров. Итак, давайте конкретно расскажу про технические характеристики. Итак, здесь установлена сцепная головка фирмы СПП. Максимальные нагрузки тяга 1300, нагрузка на сцепную головку 100. Имеется страховочная цепь, вилка 7-контактная, ее нужно будет подключить к розетке. Имеется держатель штекера. Прицеп у нас отличается от модели 1D, 1E тем, что имеет более прочную раму. Здесь рама, значит, у нас размером, в том числе дышло 60 на 100. На дышле у нас установлен кронштейн лебедки, который можно отрегулировать, значит, в любом диапазоне. Установлена лебедка на 1200 кг. Установлен здесь носовой упор. Крепежные петли для того, чтобы стяжной ремень крепить. Стоят передние габаритные фонари здесь. Стоит и желтый отражатель. Фонарь, кстати, светодиодный у нас. Поперечная рама у нас также здесь имеет трубу 60 на 100. Также гнутая, несварная, очень прочная. Ложементы у нас сделаны из бруса 50 на 100, обшиты ковролином. Имеет очень прочные здесь кронштейны. Кронштейны регулируются по высоте, тем самым ложементы можно будет отрегулировать в трех плоскостях. Кронштейны крепятся на двух скобах, тоже очень надежно. Подвеска на прицепе 3G двухосная, колеса R13 98 на 4. Пластиковые крылья здесь стоят. Здесь есть ступенька, на которую можно будет вставать. Сзади также есть ступенечка у нас, на которую также можно будет встать. И у нас брызговики есть на крыльях. По подвеске хочу отметить то, что на всех лодочных прицепах МЗСА, в том числе на модели 3G, шасси регулируемые. То есть мы видим то, что здесь есть рама, здесь есть опора. По подвеске мы видим, что здесь установлены трехлистовые рессоры. Рессоры вообще здесь 4 штуки. Установлены амортизаторы. Фишкой прицепов МЗСА также является то, что фонари на прицепах лодочных у нас съемные. Они легко снимаются. Вот место крепления фонаря. Вот сам у нас фонарик получается. Сам фонарик. Фонарь у нас имеет рожки, бородавки, то есть контур на огне. Перед погружением в воду рекомендую вот эту часть засунуть в трубу, чтобы она не испачкалась. Еще раз расскажу основные преимущества данного прицепа. Прицеп используется для перевозки судов до 5,5 метров. Вес судна должен не превышать 1 тонну. Прицеп у нас не оборудован тормозной системой. Особенность в том, что здесь съемная дышла, здесь легко отрегулировать лебедку, носовой, двойной упор под любой форштевень любого катера. Регулируется колесный ход, это позволит правильно настроить нагрузку на сцепную головку. Ложементы можем будет отрегулировать по ширине, по наклону и по высоте. И, конечно же, здесь задние съемные фонари. Это очень удобно и надежно. То есть проблем с фонарями здесь не будет. Итак, в принципе, рассказал все. Спасибо большое за внимание. Оставляйте комментарии, оставляйте отзывы. И, конечно же, делайте заказ на нашем сайте. Удачи на дорогах, пока!